Играю партию по минуте с Даниэлем Народицким. Это гроссмейстер из США. И он невероятно быстр. Поэтому постараюсь за ним угнаться. Играю что-то типа Чебаненко. Король Е7 зачем-то пошел. Непонятно зачем. Он дернулся автоматически. Не должно такого было произойти. И теперь я просто без рокировки остался. Так, мне тут сразу наказывают. Слон А3. Поиграя по минуте, соперник находит такую тактику. Шикарную. Ой, просто раздолбал, по-моему, меня. Так, и так можно, да, тоже? По-всякому можно тут меня выигрывать. Ну, просто монстр со мной играет. По минуте находит такие идеи. Просто аплодисменты. Да, и получает выигранную позицию. Соперник. Тут уже делать нечего. Я без трех пешек, да. Ничего не успеваю. Время тоже меньше. Конечно, король Е7 ход меня немного подкосил. Но это не оправдание. Просто меня переиграли за счет тактики очень уверенно. Да, нужно сдаться.